На первый взгляд, обычная разминка перед тренировкой. Только для чемпионки мира по скалолазанию Анны Цыгановой с такой разминки начинается каждое утро. Тренировки стабильно 5-6 раз в неделю по несколько часов. А вот руки и ноги спортсменка просит близко не снимать. Девушка стесняется, все в мозолях и трещинах. Маникюр и педикюр – пустая трата времени и денег. Ведь, например, скальные туфли всегда на 1-1,5 размера меньше. Так нога лучше чувствует поверхность. Сначала больно, когда ногу вообще нет. Я заклеиваю пальчики вот здесь между ногтями, потому что когда сильно вот ударяешь, то отсюда очень быстро стирается, ногти ломаются и кровь идет. А суперклей, получается, защищает. Сверху пластырь на каждый палец для дополнительной защиты. И можно лезть. Ready? Пип! Глядя на Анну, невольно вспоминаешь Человека-паука. Только вместо красоток из комиксов девушка успешно защищает честь страны и родного края. Из Парижа с любовью она привезла в России титул чемпионки мира. Анна оказалась первой в дисциплине лазания на скорость. Ее время на 15 метрах лучшее – 7,52 секунды. В решающем забеге сибирячка на 27 секунды опередила действующую чемпионку мира Анну Кжабер. Я бежала с француженкой в финале в Париже. И как бы весь зал болел за нее, но... как бы я уже ничего не могла поделать, мне пришлось. Ready? Пип! Кому-то родные стены помогают, но только не Анне. Отсутствие сильной поддержки трибун по-спортивному разозлило девушку на чужбине. И вот лучшее время. В тренировочном зале такой атмосферы нет и получается не всегда. Результат каждой тренировки Аня записывает в дневник. Иногда от обиды за плохое время даже ручка дрожит в руке. Ого, 7,69 пролезла. Вот перед чемпионатом мира. Это хорошо. Сейчас было 10. Ужасно. И ты такой пишешь это время, думаешь, лучше бы написала. Чтобы показать одно хорошее время, надо там 3 месяца вот так колбаситься. Когда ничего вообще не получается. А еще победить в Париже для Ани было делом принципа. 4 года назад она уже там выступала и потерпела фиаско. И мне хотелось приехать, не знаю, не то, что не отомстить, плохо сказано, но возможно так. И возможно просто показать, что за 4 года можно очень сильно измениться. Отдыхает Аня с помощью йоги и столбизма. Заповедник для нее вообще отдельный мир. От сибирских красот у девушки до сих пор голова кругом. Хотя в свои 23 она уже где только не побывала и чего только не повидала. Кстати, с собой везде девушка возит, представьте, пароварку. За питанием ведь нужно всегда следить. А, например, в том же Китае, говорит Аня, нормальной еды для нее нет. Все время поправляется. Еще с собой берет косметику и красивую одежду. Каблуки нет у меня, больные. Спинка и коленочки, а ну такие небольшие, но вообще юбки, платья, да. Особенно когда ты приезжаешь со сборов, когда ты месяц ходил в форме в этой бражке, а потом ты домой приезжаешь, все, юбки, ну и не знаю, девушка должна быть девушкой. В планах у Ани, конечно, Олимпиада, а до этого этапы Кубка мира. Следующий будет уже через 2 недели в Китае, поэтому сейчас времени отдыхать нет. Работа, еще раз работа. А еще помощь наставников и любовь к себе. Вот это рецепт чемпиона. Я могу все.